Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Итак, продолжим серию видео о частотах и бисключах. Сегодня мы поговорим о таких спутниках, как Express AT1, это 56 градус, Intelsat 33E, это 60 градус, Intelsat 17, 66 градус. Я вам покажу бесплатные каналы, которые есть на этих спутниках, а также, если каналы кодированы в кодировке BIS, покажу вам бис-ключи. Таблицу мне предоставил сайт lugasat.org.ua. Спасибо сайту за такую возможность. Ссылочку на этот сайт будет внизу. Так что давайте смотреть. Кто забыл подписаться, обязательно подпишитесь на мой канал. Ну и поехали смотреть. Итак, первый спутник у нас, это Express AT1 56 градус. Здесь доступны такие частоты: 12207R, 27500. Здесь нужна головка круговой поляризации, такая как на НТВ+, чтобы поймать эти каналы. Итак, на этой частоте доступны каналы, которые называются. Первый канал — это 3 ангела, канал Bridge TV, музыкальный канал, RTG TV, крымские каналы, первый крымский и Крым 24. Также доступны каналы Leomax 24 и Leomax Plus. Каналы доступны в формате DVB-S2. Также доступны канал TDK, телевизионный дамский клуб. Все каналы, как я говорил, идут в формате DVB-S2. Так что нужны новые тюнерки. И чтобы ловить эти каналы, как я уже говорил, нужна головка для того, чтобы ловить каналы круговой поляризации, такие как НТВ+, на 36 градусе. Так что вот так. Продолжаем дальше знакомиться с каналами. Также доступен канал HSR24, канал 7TV, также музыкальный канал Bridge TV «Русский хит». Ну и еще на этом спутнике есть частота 12284R, скорость потока 27500. Здесь есть два канала: Крик ТВ в формате MP4 и областное ТВ тоже идет в формате MP4. Следующий спутник, которым я вас познакомлю, это спутник Intelsat 33E. Это спутник 60 градус. Здесь есть такие частоты: 11503V, скорость потока 33-30, здесь каналы 78 канал, и частота 11521V, скорость потока 37-20, канал Ника ТВ. Ну вот и все, что можно смотреть на этом спутнике. А следующий спутник, тоже здесь немного каналов, это Intelsat 17, 66 градус. Здесь есть такая частота 11580H, скорость потока 24-20. Здесь доступны каналы МИР в формате MP4, он кодирован кодировки BIS, ID канала 384 и ключики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, C, 65, 43, 21, C9. И также доступен на этой частоте канал МИР 24, он идет в формате тоже MP4, ключик аналогичный, только ID канала 1F4. И также еще доступна частота 12547H, скорость потока 10-20, здесь идет открыто канал Россия-1. Ну, вот такие каналы на этих спутниках, так что кому интересно, можете настроить, посмотреть, или у кого есть поворотная антенна, можете отсканировать эти частоты. Вот и все. В следующем видео я вас познакомлю с очень интересным спутником, это EBS-2 75 градус. Здесь уже очень много каналов, есть и ключики, ну, популярный этот спутник, поэтому будет интересно его посмотреть. Ну и всем спасибо за просмотр, обязательно подпишитесь на мой канал, это мне очень помогает. Также поставьте пальчик вверх, чтобы мое видео продвигалось вверх в поиске. Поставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ну и всем пока-пока.